Всем привет! Это шоу контент. 6 часов я выхожу из дома. Вот такого я еще не делала. Я же говорю, что я как-то меняюсь, трансформируюсь, не знаю во что. Только расцвело, а я иду на набережную. Так интересно, кого я встречу. Есть ли люди на набережной? Пойдемте вместе со мной. Сначала было как-то не по себе. А, смотрю, пока я умылась туда-сюда оделась, и сразу стало светло. Ну что, пойдемте вместе со мной. Люди подумают, что она делает с утра. Какая благодать, никого нет на улице. Вы знаете, я себя ощутила, как будто в деревне. Когда встаешь, просыпаешься. А, люди есть. Не только я. С собачками гуляют. Мой дом спит. И все спят. Вот несколько дней я просыпаюсь в это время. 20 минут шестого. И всегда ложилась. Потому что вот прям так раз глазки открыла. И спать больше не хочется. Вышла на балкон, подышала. И обратно легла. А сегодня решила я встать, потому что увидела, что люди гуляют. Темно было, но гуляют. И я решила погулять вместе с вами. И мои друзья, вы со мной встречаете рассвет, как на выпускном вечере. Вот, смотрите, кто еще здесь. Видите, рыбаки. Какая красота! Это дорого стоит. Я такая счастливая. Какая красота! Я так часто это видела с балкона. А сейчас я молодец. Воочию все наблюдаю и ощущаю. Но люди есть. Будет, наверное, еще больше. Смотрите, сколько их людей впереди, видите? Что мне люди? Я сама себе Бог. Я божественное создание. И я могу все. Мне все дозволено. Я управляю своим миром. Не мой разум, а я. Смотрите, сколько людей. Как будто днем. Днем столько нету, сколько сейчас. Вот люди. Какой образ жизни ведут здоровый. А мы, молодежь, спим в это время. Особенно мой муж. Надо менять его тоже. Будем работать. Гимнастику проводят. Вторая группа. Друзья мои, сегодня я хочу с вами поделиться секретом. Одним секретиком. Что именно? Сегодня я решила попробовать, вернее, начала уже со вчерашнего вечера голодание. 36 часов. То есть вечером я не ела, не знаю, может 24 часа. 6 я не кушала ничего, только пила воду, чай пила, ну можно чай. И вот попробую сегодня быть только на воде, это впервые в моей жизни. Но что-то делается впервые, вы видите? Я постоянно в процессе изучения нового. Я начинаю что-то новое. Для чего? Для того, чтобы давать энергию моему телу, заводить химические процессы, оживлять организм, вырабатывать белок. Если вы будете жить постоянно в состоянии депрессии, эмоционального стресса, ваш организм и ваши гены не выдержат. Они начнут болеть и серьезно болеть.
Почему появляются вот эти раковые заболевания? Потому что люди в постоянном депрессии, стрессе, и организм не выдерживает, гены разрушаются, и происходит после разрушения ген раковое заболевание, раковая опухоль. Исходя из этих знаний, исследований, это не я говорю, это жизнь так показала, многолетний опыт. Прошу вас, мои дорогие, не заостряйте и не пребывайте в вашем эмоциональном стрессе долго. Это все-таки для вашего здоровья. И вот, насколько я правильно говорю. Понервничали, и все. Вот смотрите, могу же вам сказать. У меня вчера произошла такая ситуация. В понедельник я себя чувствовала отвратительно. То есть даже пришлось днем поспать. И утром подняла себя за шкирку. Не могла проснуться. Прошла на набережную, сделала 10 тысяч шагов, прошла. И все равно я когда вот где села, там засыпаю, села, засыпаю. У меня началась такая страшная головная боль в правом полушарии. Сейчас вам рассказываю, уже пройдя этот путь. Посмотрела, у меня повышенное давление было, хотя утром было все нормально. Но и мне пришлось просто все бросить и поспать 2 часа. Я просто потом набралась энергии. Смотрите, какая прелесть. И потом, на второе утро, я чувствовала себя замечательно. И в этот день я не позвонила маме, у меня просто не было сил. Какие-то дела по бизнесу, там звонки. И не было сил у меня звонить родным. Вчера я позвонила маме, отключенный телефон, то есть не работает. Внучки отключены, дочка не отвечает. Потом мне дочь сообщила, что бабуля в больнице. Бабуля в больнице моя, мамочка. И вы знаете, что мне было сначала так больно, давление было повышенное, и она вызвала скорую. Все нормально, все под контролем. Просто хочет немножко полежать, еще какое-то время подлечиться. Я думала, когда я приеду, я ее положу на обследование, но она сделает это раньше. И в какой-то момент мне даже плакать захотелось, но я так взяла себя в руки. И почему-то я такая уверена, что все хорошо будет. А раньше я начала бы паниковать, звонить всем. Естественно, я в спокойной ситуации. Позвонила своим подругам в больнице, в которой лежит моя мама. У меня везде там знакомые, везде мои подружки, медсестры. И сегодня она придет на смену, и я смогу с ней поговорить по камере. И вчера она позвонила, узнала там, как самочувствие моей мамы. То есть как хорошо, когда есть связи такие, да? Спасибо Богу Вселенной за мой жизненный опыт, за ту помощь, которую я оказывала своим близким, родным. И что сейчас они помнят это и отвечают взаимностью, помощью. Так что вот, жизнь продолжается. Я уверена, что все будет хорошо. Это в профилактических целях. Мама легла немножко набраться сил. Вот такие бывают ситуации, поэтому получайте от жизни максимально. Будьте счастливы. Вот сейчас иду и слушаю Джо Диспенза. Он только об этом и твердит. Не начинайте свое утро с гаджетов. Не вспоминайте ваши проблемы, а думайте о той жизни, которой вы мечтаете. Потом все остальное. Прям как вот только ваши глазки откроются, если у вас есть такая возможность, вас не разбудили детки там или еще что-нибудь. Просто посвятите себе хотя бы 5 минут. Закройте глазки, дышите глубоко. Глубокий вдох, глубокий выдох, несколько раз вдох носом, выдох ртом.
Погрузите себя в это состояние и вспомните о том, что бы вы очень сильно захотели. Этого достаточно будет для начала. Я вас очень прошу. Я хочу, чтобы все вы были счастливы, чтобы все вы были здоровы, чтобы все вы жили под мирным небом. Я очень этого хочу. Если вы будете меня слушать меня, у вас все получится. Потому что я это все делаю с опытом, да, учусь. Пройдя уже какой-то опыт, я делюсь с вами информацией. А вам это надо все учиться самому. И тратить столько лет на это. Что идите по моим стопам. Вот, пошла я. А то меня уже вон опередили некоторые мои спортсмены. Какой пляж классный. Смотрите. 28-го. Песочек один. Камушков нету. Куда делись камушки? Море ушло. Потому что до этих пор было. Хочу помочить ножки. Открыть купальный сезон. Очень хочу, друзья мои. А вода какая замечательная. Сейчас я это сделаю. Сяду сюда и сделаю. И что? Я пошла. И, конечно, вначале холодное, а потом привыкает тело. И знаете, я когда жила в Батуми, в апреле месяце я в Батуми с парой. А, нет, нас было 5 человек. Старшие медсестры, бухгалтер. Я работала еще тогда в российском госпитале. Мы в 6 часов выходили на море и начинали купаться, моржевание, с апреля. В апреле холодно в Батуми. И я делала это из года в год. Так как жила тоже возле моря. И присоединилась к группе моржиц. Так что мне это знакомо. Хорошая привычка из прошлого. Такой кайф. А море какое чистое. В последнее время у меня видео с морем связаны. А то раньше нечего было снимать. Может, сейчас вам понравится некоторым. Смотрите. Все дно видно. Обалдеть, красота. Пойду я сейчас высушу ножки там. Продолжу свой путь. Вот в такое время, я теперь поняла, надо выходить, потому что я выходила в это время, уже солнце так жгет, жарит, а нужно к 6 приходить. Очередной опыт. Друзья мои, вот так я выгляжу после 38-часового голодания. Немножко слабость есть, но сейчас я расскажу и поделюсь, что это такое. 38 часов голодания, зачем это мне нужно? Нужно для меня, для всего тела. Смотрите, я с утра наелась. Пуповицы вся в таком виде. Вот, наконец-то стало тихо. Я хочу с вами поговорить. Вчера, оказывается, в Мерсине было землетрясение. И благодарю Вселенной, что я это не заметила, не почувствовала. Говорят, 4.1 было в Дадане. Но землетрясение было кратковременным, очень быстрым. Я даже не знаю, в какое время, если честно, рассказывали. И потому что я не хочу знать, в какое время это все происходит. У меня и так вчера было такое состояние, мне качало и без этого. Но я уже забыла про эти толчки и все. Они уже в прошлом, не хочу возвращаться, ни новости, ни это. Это у меня и приложение все убрало с телефонов. Вот такие дела. Друзья мои, сейчас я хочу с вами поговорить вот о чем. Вот я так иногда быстро вожу камерой, когда делала монтаж, заметила, извините меня, буду уже помедленнее. Вот тут вот, видите, до сих пор в домиках живут люди, боятся землетрясения. Это точно те люди. А что можно делать здесь 3 месяца уже, да?
Сколько прошло уже? В феврале было это 6-го. Март, апрель, май. Ты скоро 3 месяца будет, как все это закончилось. Как с тех пор, как все произошло. 3 месяца. И за 3 месяца сколько много сделал Эрдоган, наш президент. Сколько много новшеств, сколько построек. Вообще там все изменилось в этих городах, которые пострадали. Вот так смотришь. Но главное, о чем бы я хотела сегодня с вами поговорить? Я хотела бы с вами поговорить о моем голодании. Зачем это мне надо и для чего это все так мучаю, страдаю, как говорится, вы подумаете. Так как я прохожу медитации, Джо Диспенза вторая неделя, и начала активно заниматься спортом, потому что засиделась дома за шитьем, за бизнесом, нейрографикой. Засиделась, если честно. Просто хотелось так косточки размять. Вот пришло в то время, когда мне захотелось выйти. И сейчас, смотрите, сейчас 8:20. Я уже возвращаюсь со своих 10 000 шагов. Сегодня четверг. Сейчас приду домой, буду делать йогу. Я стала просыпаться 5:00 утра. 5:00 утра! Как меня сразило, вот несколько дней уже в 5 утра. Я встречаю рассвет, боже, какой красивый он. Вы знаете, и когда мы с девочками были на йоге, пришла только одна, так как остальные работают, я вам рассказала, 2 в отпуске. И пришли мы на йогу, и одна поделилась, что она... Смотрите, какому это молодые живут. Кровать есть, все. Так, она поделилась, что она голодание у нее, 36-часовое. Я говорю, а как это? Ну, вот так вот. Только вода. И все. Мне так стало это интересно. Я никогда в жизни не делала этого. И когда был пост, естественно, делали, потом же это кушали мы. Может, это на 24 часа, мне кажется, я делала раньше. Но и то как-то мне было очень слабость, такая плохо. Я решила, я говорю, а для чего тебе это надо? Ведь ты такая в прекрасной форме, такая худенькая, стройненькая. Она говорит, я за месяц апреля же делаю, это мое 3-е. Для чего? Для очищения организма. Когда организм, в желудке в нашем есть пища, он все время работает. Я хотела, я этим самым даю отдохнуть желудку. Ведь он должен же отдыхать, он всю жизнь работает. И мне так очень понравилась эта идея. Допустим, мы питаемся и не думаем о том, что нужно же и отдыхать тоже, правильно? Вот это голодание, это, мне кажется, очень хорошая идея. И не знаю, в будущем буду ли я использовать, но сегодня я это сделала. Целый день я была таким бодрячком вчера. А потом я даже и шила там такую сложную вею, рукава у меня, блузку шью такую сложную. Фасоны придумываю, боже, и самой приходится разбираться. Один раз не понравилось, распорола, второй раз. Но я это сделала, рукава, а дальше у меня разболелась сильно голова. Я померила давление, у меня было нормальное давление, ведь это просто... Я напилась воды вчера, наверное, 3 или 4 литра. За все это время пила теплую воду, пила горячую воду, холодную. И решила, знаете, все бросить, все оставить. И в 5:00 я просто легла. И у меня же еще такая уставшая была, потому что я же занимаюсь спортом, ходьбой. Надеюсь, вам сейчас удобно смотреть то, что я делаю. И, знаете, мои дорогие, я... Это музыка классная, так... И я, значит,
поспала, потом встала, пошла приготовить кушать, а мой муж увидел, хотел меня куда-то забрать на собрание какое-то. Я говорю, у меня сил нет, ты мне извини, говорю, но я захочу кушать, мне так сложно. Что я могу сказать? Кушать как таковое не хотелось. Может, какое-то вот было такое вот головная боль. Хотелось поспать, вот усталость была. Вот делюсь с вами своими эмоциями, впечатлениями. Была просто усталость. Вот здесь мы занимаемся, и видите, какой нам строит домик. Интересно, что там будет. Так, и да, конечно, я проснулась бодрячком, встала же, говорю, еще раз повторяю, ужин приготовила, мужу плов сделала. Я много ничего не готовила, плов приготовила. Поговорила с мамочкой, мамочку вчера выписали уже мою. Все нормально, давление понизили и вернули ее. И она говорит, конечно, не хотела, говорит, оставаться больше, потому что такие условия у нас, говорит, темная палата, окна не открываются, воздуха свежего нету. Это какой-то ужас был, говорит. Еду приносили, это кошмар, помои людям. Но я сказала, это мама, не соли, ничего, водой развели. Я говорю, мамуля, родненькая моя, ты знаешь, что тебе нужна диета? Ты, наверное, кушаешь соль, сахар. Вот и проблема твоего давления. А там тебе дали диету. Не хочу, говорю, диету. Но, знаете, и моя мама уже не переубедить. Я это поняла. Потому что с ней спорить не стоит, когда я говорю вот так и так. Она, ты почему меня учишь? Вот она, вот людей ее поколения, у них своя правда. И им не интересно другой правды. Почему сегодня не работает? А, сейчас же половина восьмого. Ой, так хорошо, так хорошо. Но я сейчас, знаете, как нахожусь в прострации. Сейчас я в 10 часов должна идти к своему стилисту, но в 10 я уже там должна быть. И сегодня утром я проснулась, думаю, боже, слава богу, закончилось. Посмотрела 38 часов. И надо выходить, а у меня нет сил. Давление нормальное. Я съела кусочек киви. Киви же оно такое, да, безобидный фрукт. Мне ничего не хотелось. Тошнота была какая-то. Вот, мои дорогие. Может, то, что я лекарства не выпила, щитовидки вчера. Такое состояние. Но спать хочется, спать хочется. И знаете, что произошло? Я когда вышла из дома без 15:06, у меня моя тутовица, поспели мои плодики. Я поела вот с таким кайфом. Сейчас я иду такая сытая. Иду такая сытная, сытая. Так что вот мое голодание прошло, подошло к концу. Сейчас хочу прийти домой. Вот надо что-то же поесть мне, правильно? А то я в обморок упаду там у колориста моего. Не колориста, а у Мехмета, парикмахера. И вот думаю, что говорят, очень хорошо натереть сырую яблочко, бурак, лимон, вот такой салатик, чтобы хорошо прочистить кишечник. Будем, значит, чистить, мои дорогие.